Я хочу обратиться, и мы все хотим обратиться, наверное, к тем людям, которые стали жертвами. Беспредела, наглости режима Порошенко и Авакова. И страдают сейчас из-за тупого решения этих людей, незаконного и подлого решения этих людей. Ни вы, ни мы не виноваты сегодня, что стоим здесь. Ни пограничники не виноваты, которые не хотят выполнять злочинные наказы. Мы тоже очень сожалеем и хотим, чтобы это быстро разрулилось. Присоединяйтесь к нам, давайте вместе оставим свои права. Слава Украине! К сожалению, сейчас пограничники с Аваковым, а не с народом. Миша, йди додому! Якби ще знали закон про державну службу. Я рішаю питання. А ми зборні возьмемо.